С некоторых пор я понял, что театр – это, конечно, удивительное искусство. Хотя бы тем, что ни один спектакль не похож на предыдущий и не будет похож на последующий спектакль. Потому что в зале всегда собираются очень разные люди. И на один и тот же спектакль они реагируют по-разному. И всегда они какие-то вносят коррективы в спектакль.